Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Slay the Spire. И сегодня мы будем играть за безмолвную. Посмотрим, как она специализируется на ядах. Приветствую, я Ньёв. Это что за кит у нас тут такой, а? Ну здорово, дойди до босса, чтобы получить мое благословение. Как скажешь. Только дойду ли я до него? Так, ну давайте, наверное, выберем с вами вот эту тропинку. Мне она кажется более такая разносторонняя. Начало боя. Ну что ж, давайте, наверное, будем атаковать с вами вот этот и вот этот. Так, этот хочет меня на 8 ударить, а тот на 3. Ну что же, давайте тогда сделаем защиту для начала себе. Так, пятерочка, да, у нас? Маловато, нам нужно еще. Вот 10 будет самое то. И давайте, наверное, будем с вами мелкого вот это вот бомбить. Лучше с одним врагом воевать, да, чем с двумя. Так, ну что он сейчас предпримет? Ага, ну тут понятно, мимо. Этот тоже обломался. И нам дали рану, неиграбельную карту. Плохо. Дает 8 защиты. Угу. Они сейчас не будут нас бить, поэтому надо нам атаковать. Минус 1. И остался еще вот это у нас, ребята, охламон. Жалко, у нас нет ничего такого, чтобы ударить. Приходится вот в защиту вставать. Но что ты там облизывание делаешь? Хрупкость. Не прокатит твоя хрупкость, браток. Так, на 8 он будет нас бить. Так, давайте мы сделаем вот так вот. И одну обороночку на себя повесим. Да, конечно, он сейчас меня вжарит. Это понятное дело. На пятерочку, да? Так, есть. И опять он мне дает рану. Что ты будешь делать? Эти карты нам, ребята, будут очень сильно мешаться. Так что давайте его по-быстренькому будем разбирать. Карта обороны. А это у нас обезвредить. У нас нет боевки, ребята. Давайте тогда сделаем защиту и обезвредить. Все равно 0. Отлично. Слабость он получил. Ну и что ты будешь дальше делать? Так, на меня вешает опять свою хрупкость. Ладушки. У него 10 хп, ребят. Я думаю, что мы его будем сейчас просто-напросто добивать. Все, что тут с ним тюлюкаться еще, да? Готов. Так, ну что, мы с вами получаем 15 золота и карту добавляем в колоду. Хм, тратит всю. Нет, это нам, наверное, не подойдет, я думаю. Берем одну карту. Давайте, наверное, потрошение выберем. Стоит на одну меньше за каждую сброшенную в этом ходу карту. Наносит 6 урона 3 раза. Ну давайте ее возьмем, правда, стоит она 4 манны. А у меня-то и не будет столько. У меня максимум 3. О! Шмундель стоит с посохом с каким-то. Так, он хочет меня на 7 ударить. Но не тут-то, ребята, было. И давайте ему звезданию в ответочку. А, это рабовладелец у нас, оказывается. Ну что же, раб несчастный, пора тебе, наверное, душу отдать. Хотя у него хп-то достаточно много. Ладно, давайте вот так вот сделаем. На 4 ему. И еще бы, конечно, хотелось бы его звездануть. Подожди-ка, ребят, давайте мы, наверное, возьмем вот эту вот карту себе, да? Так, что мы сбросим? Давайте вот так вот. Ну, конечно же, подтверждаем. Блин, потрошение. Ладно, ребят, давайте туда вот так еще потратим. Все, он нас не пробьет, это однозначно. У него всего 12, у меня 13 защиты. Дайте мне нормальные карты, елки-палки, в конце концов. Так, на 7 у него идет, да? Вот так вот получи. Теперь у него атака на 5. Хорошо, делаем на себя тогда защиту, одну штучку. Теперь атакуем его. Подожди-ка, завершать, наверное, нам рано. Давайте, наверное, еще разок его звезданем. Вот так вот. Все, отлично. Сейчас он нам дамага никакого не нанесет. Будет ровно по нолям. Но зато повесил на меня он слабость. Вот так вот. И на 12 он хочет вжарить. Ладно, делаем вот так вот. Сбрасываем, наверное, одну атаку. Все, еще. И давайте его бомбанем. Все равно у него не получится сейчас нас пробить, как ни крути. Слишком слабенькая у него атака. Все, у меня даже еще одна защита в плюсе была. Слабость больше не действует, это хорошо. Блин, вот эту карту не могу никак сделать, к сожалению. Так, 10. И, наверное, давайте атакуем его разочек. Ну фиг с ним, пускай на 2 нас пробьет. Жизни у нас еще хватает, ничего страшного. Выдержим как-нибудь. Ну, я думаю, что он, наверное, уже доигрался, да, ребята? Так, мы сделаем обезвреживание.
Так, на 5 атаки, одну защиту повесим на себя. И 2 мяча на него, ребята, наверное, сбросим. Так, подожди, нет, не оборону, а вот так вот. Хе-хей, да возникался, голубчик. Так, золото дает 2 энергии. Угу. И карту. Наносит 8 урона. Слушайте, довольно неплохо. Тут защиту. О, у ворот и перекат. Резкий замах. Наносит 8 урона, вы берете одну карту. Заманчиво. Вот и думаешь, что у ворота и перекат. Или давайте резкий замах возьмем. Я думаю, что от нее будет больше толку. Так, куда нам идти? Давайте сюда, это у нас неизвестно. Что здесь у нас такое? Вы находитесь в комнате, заставленной стеллажами и пробирками, склянками, мензурками, пинцетами, пипетками, защитными очками, воронками и даже перегонными кубами. Откуда вам известны все эти названия? Не столь важно, вы осматриваетесь. Так, найти зелье. Обыскиваем, ребята. Оу, зелье защиты, дает 12 защиты. Накладывает 3 эффекта и дает 1 артефакт. Эть, не могу я взять ее. У меня тут перебор получается, да? Давайте вот это, наверное, выкинем. Выпьем, наверное. Нет, тут выпить не получится. Выкинем тогда. Я не знаю, что за артефакт нам выпадет, но тем не менее. А это что у нас? Торговец. Так, у нас деньги есть? Есть, ребят. Давайте посмотрим, что нам предложит торговец. Добро пожаловать! Хе-хе, хламонище. 129 голды у нас, ребят. И вот такие вот нам предлагают карты. Довольно неплохие. Самое главное теперь выбрать что-нибудь. Она сжигается, вот эта картишка. А мне не нравятся карты, которые сгорают. Это на один раз буквально. Перевязка тоже сжигается. Враг получает 3 урона, когда он накладывает на него отрицательный эффект. Ага, яд накладывается. Угу, давайте возьмем ее. Возврату не подлежит. И у нас еще 90 голды. И вот так вот. Все, ребята, денег у нас больше нету. Очередная продажа прошла хорошо, ха-ха. А это у нас новые какие-то колоды мы можем с вами за 75 голды обновить. Ладно, в общем, все понятно. Здесь мы что могли, то купили. И у нас очередной враг. Кто это будет? Ух ты, какой это, кто такой-то у нас? Что за хламон? Так, 52 хпшки у него, ребята. Он думает, что бы сделать. Ну, а мы будем его пока атаковать. Отлично, так, еще один ход у нас есть, да? Планирует он там что-то повесить, а? Давайте, наверное, мы... Блин, 3 урона, слабость, она, наверное, пока не нужна. Давайте просто ударим. Завершаем, что он там напланирует себе? Заклинание. Тебе здесь не место! Какой-то ритуал сделал он. Ну-ка, давайте возьмем, наверное, едкие испарения. Это для всех врагов, мы ее придержим. Вначале мы поставим на себя защиту. Так, у него на 6 удар. Ладно, единичку, я думаю, мы как-нибудь переживем. Так, можно вот так вот звездануть хорошенько. И давайте вот так сделаем защиту. Как говорится, пускай уж вообще нам не наносит удара никакого. Потому что мы не могли его атаковать. Не было у нас атакующих карт, к сожалению, ребят. Так, и берем карту. Давай вот так вот ему сейчас пропишем. Ух ты, довольно хорошо. Но у него атака идет на 9. Слушайте, это довольно много. 5 защиты. Давайте-ка вот так мы сделаем, да? И буквально еще, наверное, одну защиту на себя повесим. Все, шикарно. Промахнись, ворон. Ничего у тебя не получится. Заблокировали мы. Сила плюс 3. Ага, ну-ка. Отменяет следующий отрицательный эффект. 12 защиты. Ха. И ослабленные существа наносят на 25 урона меньше атаками. Но не магии, заметьте. Так, давайте-ка его, наверное, сейчас... Хотя, погодите-ка. Вот, слабость мы на него повесим. Так, 9 урона. Теперь мы... Вот, вот так вот сделаем. Сбросим атаку, пожалуй. У нас их все равно 2. И ударим его. Все, ребят, мы сейчас без повреждения с вами проходим. Он сейчас нас бьет, но не пробивает. И это очень даже весело и хорошо. Так, 15 атак. Эй, братиша, погоди-ка. Блин, как мне быть-то? Недостаточно понятно. Наносит 6 урона. А чем мы паримся-то? Мы сейчас 2 карты сделаем урона и все.
Ё-моё, а я ж тут что-то запаниковал. Так, 13 золота и карту добавляем. Отлично. Какую только? Дает 10 защиты и наносит 10 урона. Хорошая карта, между прочим. Ох ты, мини-боссик у нас здесь будет сейчас, да? Ох ты. По 37 хп у трех вот этих вот монументов. Слушайте, ребята, нам тут без яда, по-моему, не обойтись. Надо, черт подери. Только сейчас один ударит на 8, остальные все в задумках. Так, что бы еще? Давайте, наверное, вот это вот сделаем на всех, как говорится, яд пустим. Что-то пока не сработало ни хренашечки. Блин, придется в оборону вставать нам, ребят, как ни крути. Давайте сделаем так, посмотрим, чем это для нас аукнется. Так, понеслась. Оу, да ладно ты. Ты смотри, что он, головокружение, он дает нам неиграбельные карты. А яд-то все-таки действует потихоньку, ну, правда, что-то не так, как я думал. Так, давайте мы с вами, наверное, сейчас у нас на 16 бомбанет. Вот так вот, 10 защиты. Еще нужно, по идее, на 6, но у нас нет, возьмем вот эту вот, хотя бы так. Один дамаг они нам пропишут, как ни крути. Яд потихоньку, но бьет, это хорошо. Ну давай, 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 опять две карты неиграбельные, головокружение он дает нам. Слушайте, надо как-то, я не знаю, о, вот, теперь яд действует в полной программе. Так-так-так, давайте-ка мы сделаем так, 8 атаки хотят нам нанести, а мы возьмем с вами 8 защиты. Замечательно, выкидываем вот эту карту. И уже надо будет нам, ребят, просто атаковать. Давайте будем того, у кого меньше всего хп, чтобы его как можно быстрее разобрать. Ну-ка, что предпримет? Хе-хе, потихоньку яд их гасит. Слушайте, сейчас, по-моему, у меня будет колода состоять вся из неиграбельных карт. Ты посмотри, сколько он их нам дает. Вот они, начались выпадать. Так. 12 защиты. Давайте выпивать. Нам нужно еще с вами... Так, 4 где-то защиты взять, а у меня нет, нету. Блин, эти карты... Я не могу разыграть эту карту. Это понятно, что ты не можешь. Я также не могу их выкинуть, к сожалению. Ребята, ё-моё. Вот здесь бы сейчас пригодился, знаете, какой... Какая картишка, которая сбрасывает ненужные нам карты. Так, 3-4-3. Повреждения не получили. Ах, сейчас он звезданет на 4 мне. Блин. Блин, блинский, как говорится, да, ребят? Ну что же, я предлагаю загасить вот этот монументик средний. У него, да все, он готов. Так, защиты. Ну, в принципе, нам нафиг не нужно, но других карт нету. Приходится тратить даже это. Эти хотя бы сгорают все-таки карты, это хорошо, ребята. Так, опять он мне две дает, и это сейчас две, да? Ёлки-палки, у меня колода. Так, ну вроде бы нормально. Давайте-ка мы звезданем, 10 защиты получаем. И, к сожалению, добить не получится, потому что нет чем. Отменяет отрицательный эффект. Пока, я думаю, не стоит тратить. Потому что у нас нету никаких негативных. Но вот эту давайте, наверное, применим все-таки. Бросить. Давайте вот сюда вот, в слабость. Ну что же, на 14 он бомбанет. И никакого дамага нам не нанесет. Это хорошо. Оу, да не все. Практически готовы. Ну, по крайней мере, вот этот вот крайний, точно, крайний левый, он готов уже. Поэтому нам нужно с вами наносить 3. Давайте вот сюда вот мы сделаем. Шикарно. 8 защиты. Угу, применяем. Так, сбрасываем, наверное, вот это вот. Прикольно получилось, а мне понравилось. Так, и теперь 2 атаки. Все, у него, ребят, 15 хп, плюс сейчас работает яд, у него останется 9. Так, он мне дает 2 карты неиграбельные. Фиг с ним, как-нибудь мы это переживем. На 6 он хочет меня бомбануть, но я думаю, что навряд ли у него это получится. Хотя, ребят... Ладно, делаем вот так вот. 5 защиты и еще 5 защиты. Десяточка. Все, я думаю, что он должен сдохнуть сейчас, по идее. Хе, есть контакт. Так, золото, пузырек. О, 2 УЗ в начале боя.
Реликвии разбросаны по всему шпилю и дают уникальные бонусы в течение всей вылазки. Их можно найти в сундуках и после боев с сильными врагами. Ух ты, ребят, тут еще какие-то реликвии мы копим, оказывается. Так, сальто назад, нож в спину, скачущая фляга. Че нам взять лучше? Давайте, наверное, флягу возьмем. Смотрите-ка. Накладывает 3 яда на случайного врага 3 раза. А тут дает 5 защиты. Вот эту возьмем. Да, я думаю, что мы не пожалеем. И давайте вот сюда вот. На этого монстрика, потому что у нас там впереди будет костер и какой-то сундучок. Так, споровое облако он сделал. Так, 6, 16 атаки, значит, будет у нас с вами. Восполняет 2 УЗ в начале боя. Ага, это, ребята, видимо, идет на автомате у нас. Хорошо, нам нужно... Даже не знаю, что сделать. 8 защиты мы с вами поставим. Так, сбросим одну карту обороны. Маловато, давайте еще, наверное, усилимся. 16. Да, все равно они нам пропишут, ребята. На 3 урона мы с вами попали. Ух ты, а этот чувачок-то окажется ватный. Ладно, сейчас мы его забомбим, этого гриба. Или кто это? Это у нас крыса дохлая, у которой, видите ли, из живота пророс гриб. 6 урона они хотят мне нанести. Ну, это мы как-нибудь переживем. Слушайте, как-то нужно добить. Давайте, наверное, применим рывок сюда. Так, и одна карта всего остается. Накладывает 2 яда на всех. Ха-ха. В начале хода. Так, и... обезвредить. Вот так вот, ребята. Все пока у нас хорошо идет. Ну что ты, крыса, сдохнешь или нет? Она, по идее, должна сдохнуть. На ней будет сейчас отравление висеть. Ай-яй-яй, не хватило чуть-чуть. Давайте тогда сделаем, наверное, 6 урона слизняку вот этому. Потому что тот так и так сдохнет, как ни крути. Так, защиту нам нужно ставить. И давайте вот так вот сделаем. Хо-хоу, ну что, ребята, попробуйте пробить. Ах ты, елки-палки, не сдох этот еще гриб у нас. Он себе там силу еще. И карту неиграбельную мне подкидывает. Гаденыши. Ладно. Хорошо, ребята. Давайте тогда мы сделаем... давайте вот так пропишем на десяточку. Гриб в любом случае должен подохнуть. Как ни крути. Так. Наносит 8 урона. Стоит потратить, наверное, ребята. Давайте тогда добьем. Скорее всего, да? И мы берем еще с вами одну карту. Это у нас фляга. Но она нам, в принципе, сейчас не нужна. Хорошо, ой. Я что-то... А, нет, ребят, все нормально, все нормально. Думал, я попутал. Нет, все пучком. Все отлично, все хорошо пока. Ну что же, десяточка, я смотрю, у него осталась. По хпшкам, так же, как и десятка дамага. Но ему не жить, сами видите. Все, мы продвигаемся с вами дальше. 15 золота плюс карту. Так, фляга есть у нас, все схвачено. А может быть нам дать перехитрить? Две все-таки... Две маны дополнительно нам дают. И здесь у нас лагерь. Ковать, отдыхать. Давайте отдохнем, наверное, с вами чутка, да? Пускай восстановит хпшку себе. И продолжаем. Так, а здесь у нас сокровища какие-то. Ох ты. 23 золота и подозрительный камень. Дает одну ловкость в начале боя. О, вообще шикарно, ребят. О, круто. А тут что у нас за неизвестность такая? Это кто-то... Это кто такие? Что за смусмуфрики, блин? Но на самом деле здесь не смешно, ребят. Их очень много, 4, причем 3 из них хотят меня бомбануть. На 17, вы представляете? Так, дает 6 защиты. Эх, я даже не знаю, как сделать-то. Вот, наверное, нам придется... Или 9, давайте 9 шибанем. Так, сбросить карту. Давайте, наверное, мы сбросим потрошение, потому что мы ее все равно не можем активировать. 9, этого мало. Так, 9 и 6, это у нас 15. 15, блин. Во, вот эту, наверное, мы с вами возьмем. Так, ну что же, давайте как-нибудь выдержим этот удар от этих дурачков непонятных. Слабость повесили на меня. Так, ну тут ты промахнулся, голубчик. Ага, ясно. Ну, у нас, по крайней мере, ребята, полностью хпшки восстановлены. Так что все нормально. Ага, 11 защиты. И 7 урона. Ну, давайте, наверное, вот этого шлепнем.
И еще один. Так, наносит 6 урона. Дает нам 2 магии в следующем ходу. Я даже не знаю. Давайте вот так тогда применим. Фиг с ним. Сейчас мы, конечно, с вами, наверное, получим, ребята. Причем по полной программе. Ай-яй-яй. Так, яд действует хорошо. Так, ну... Понеслась! Крушить! Да. Так, один удар выдержали. И еще 4 дамага нам. Ё-моё! Как не фартит! Но яд их все-таки потихоньку бомбит. Так, встаем. О, 25! 25 к атаке этот чувак будет мне сейчас бомбить. Это же сколько мне нужно... Блин, практически все надо в этот, в защиту ставить, ребята. Всех свои карты. Так, отрицательный эффект. Давайте попробуем выпить. Не знаю, ничего, по-моему, не дало ровным счетом. Но мы еще сможем с вами бомбануть и также еще поставить 2 защиты. Вот, 24. Ёлки-палки, все равно очень-очень... Есть, хотя бы на одного меньше. Отлично, ребята. Вот это был удар. И еще сейчас 8 нам зазвездарит. Да ладно, бейте, бейте, хламоны. Пока я вам разрешаю. Яд бомбит. Так, потрошение. Дает 6 защиты. Ну что же, давайте тогда вот этого говнюка, наверное, уничтожим с вами. Нечего ему здесь бегать. И одну оборонку. Все, ребята, здесь мы с вами без дамага проходим. Урон нам не нанесут, охламоны эти. Так, приготовлюсь. Готовься, готовься там. Ну-ну-ну-ну. Что тут у нас? 6 защиты, 6 защиты. А здесь вот так вот, ребят, давайте сделаем. Хей, слабость. Довольно хорошо. Давайте, наверное, еще вжарим. Все, и остался вот этот вот мелкий пердун с посохом. Будем его бомбить потихоньку. Сейчас еще яд на 2 нанесет ему, да? Ох ты, на 5 даже. О, да ты красавчик попал. Вот что я могу тебе сказать. Че, ребят, не будем тюлюкаться, добьем его, да и все. Слушайте, довольно неплохо, я уже разбираюсь. Так, зелье скорости. 3 карты берем. Так, а здесь у нас... Слушайте, я понял, яд очень хорошая вещь, поэтому давайте на... вот это возьмем. Накладывает 3 яда и 3 слабости. Вот это вот замечательно, картишка должна сыграть очень хорошо. Ну что же, очередной у нас монстрик. И это кто такой? Грабеж? Свернуться. Грабеж. Угу. Давайте, наверное, мы вот так вот сделаем. И в защиту сразу. Оп, на 11 встали. Это хорошо. Ох ты, еще мы можем вот так вот звезднуть. Вож! Вож! Так, вож, наверное... Ладно, сделаем вот так вот. Завершаем. Что у нас тут будет? На 7. Не пробьешь, гад. А вож... Отдай золотишко! Золотишко ему отдать. Слабость ты повесил, а, вож. Слабость больше не действует. Хорошо, тогда нам нужно, ребята, дает... Нет, это пока не надо нам. Сбрасываем карту. Давайте применим, наверное. А что нам сбросить? Нет, нам все нужно, ребята. Давайте добьем вож. И... Так, а почему бы, например, нам не использовать вот этот вот? И еще, наверное, мы сможем даже... Так, вот эту сбросим. И оборону еще поставим себе. Он нас не пробьет в любом случае, ребят. У него всего 10 атаки, а у нас 15 защиты. Хрен тебе. Опа! Ты смотри-ка, он у меня золотишко ворует, гад. Давай-ка вот так попробуем. О, все, братиша. Тебе, я думаю, будет сейчас хана. Так, проверяем, что у нас получится. Яд, выпад какой-то делает. О, выпад сделал, на 3 меня шваркнул, гаденыш. Блин, причем мы его бьем, 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 а он все никак не хочет расставаться со своими жизнями. Давайте, наверное, мы сделаем с вами защиту себе, да? Он тоже, кстати, стоит в защите. Так, у нас 6 получил, и еще гад получи. Так, все, завершаем ход, ребята, больше нам ничего здесь пока не нужно. Все, у него 14 хп осталось. Где там моя дымовая шашка? А при чем здесь твоя дымовая шашка, интересно? Ну-ка, давай-ка вот так, наверное, ему пропишем. Почему-то я только на 4 бомбанул, хотя должен был на 10. Хм. Ну, давайте тогда, наверное, резкий замах применим.
По идее, должен сдохнуть, да? Вражеский ход. А почему на один-то? Спасибо за денежки, хе-хе. И гад, ты смылся, ты смотри, а. Так, мы получаем золото и новую колоду. Акробатика у нас какой-то. Отравляющий удар. 5 урона, 3 яда накладывает. Слушайте, довольно неплохая карта, я думаю, ребят. Куда нам идти-то, а? Давайте, наверное, мы пойдем с вами вот сюда. Торговец тут у нас будет. Так, ну-ка, торговец, добро пожаловать. Что ты на этот раз нам предложишь? Так, эта карта есть? Есть. У нас все это есть, ребят. Интересно. А что же мне взять-то тогда? Тут очень большой выбор карт. Я даже не знаю. Предлагаю взять, наверное, резкий замах. Потому что наносим 8 урона, и мы берем одну карту. В принципе, она очень полезная. И вторая нам такая не помешает. 46 золотых стоит. И больше мы ничего не сможем купить тогда. Хорошего дня! Да и тебе не хворать. Все, больше у нас денег нету. Давайте отсюда сваливать и продолжать наш поход. Тут у нас что? А, лагерь. Давайте, наверное, будем ковать на этот раз, потому что у нас со сном пока все нормально. ХПшек достаточно. Так, тут очень много карт. Ну, я думаю, мы вот так вот сделаем с вами. Да. Эта карта у нас часто выпадает, поэтому 9 дамага не будет лишним. Ну что же, нам осталось совсем немножко до босса. А, опять эти крысы дохлые с грибами. Так, давайте, наверное, мы с вами... Они пока не будут нас атаковать ничем. Наложим яд. И... скачущую флягу. Оу, оу. Вот это хорошо. Это очень хорошо, ребят. Да-да-да, энергии недостаточно, я заигрался. Так, ну что? Ха-ха, четенько все, ребят. Просто велик. Так, он возрастает силу, и здесь сила возрастает. Так, насколько вы там меня хотите? На 9, то есть 18 дамага нести. Плохо. Блин, а у меня из защиты только одна карта здесь. 6 урона, тут у нас не хватает. И 8, давайте тогда вот так делать. О, а нет, это 9 защиты, я думал 9 атаки. Так, подтвердить, ну естественно будем мы скидывать с вами карту, наверное, потрошение. Потому что мы ее все равно, хотя можно и вот эту перехитрить, выбросить тоже. Так, и, черт подери, даже не знаю, ребята. На 18, да? Хорошо, давайте сделаем себе, наверное, защиты. Пускай нам меньше нанесут урона, чем мы дамага. Так. Ну, этому первому врагу крышка. У него всего 2 хп остались, и он сейчас у нас погибнет. Какой ты гад, что ты вот не сдохнешь-то никак, а? Все выделываешься. Получил свое. Так, а этот на 13 нас уже хотит... ударить, но я думаю, что мы вот так вот сделаем. Да, один урон пропустим, но это лучше, чем 13, согласись. Давай, бей уже. Все, теперь моя очередь, я сейчас ей в ответку как звезда, ну что у меня здесь есть. Давайте, наверное, вот так вот бомбанем и добивочно ему сделаем. Да, на 9 урона. Все, крыса довыделывалась. 13 золота, карту, дайте мне карту. Просчитанный риск. Так, это у нас есть план побега. Вы берете одну карту, дает 3 защиты, если это навык. Не, давайте тогда вот это, наверное, мы. Хотя, не-не-не-не, та карта у нас сжигается. И у нас здесь лагерь. Так, ну что, давайте отдохнем. Все-таки сейчас у нас будет босс. Как я понимаю, да? Ух, и что же тут у нас за хмырь такой? Оу. Какой-то голем, что ли? Так, что он там планирует? Смена режима какая-то у него идет. Давайте мы сделаем, наверное, вот так вот. Чтобы 2 дополнительные манны. Вот так, отравим ее чуть-чуть. И еще можем что-то сделать. Давайте, наверное, вот так вот. Яд, будем ядом бомбить его. Ох, сейчас чувствую, что-нибудь будет этакое. Но. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. 32 атаки он хочет мне сделать. О, так. Блин, я не знаю, ребята.
6 урона 3 раза. Довольно заманчиво, да? 6 урона 3 раза. Черт, мне его нужно как-то по максималке колбасить. Ну, 32. Давайте, наверное, попробуем вот так вот. Слабость ему еще повесить. 24. Уже что-то. Оборона в любом случае меня не спасет. Так, давайте защиту, наверное, тогда. И 6 урона. У нас с вами и на это хватает. Так, и давайте вот так вот бомбанем. О, еще одна оборона выпала. Замечательно, ребят. Ну что же, 12 он все-таки мне сейчас влепит. Вы берете 3 карты. Давайте выпьем, наверное, посмотрим, что это за карты. О, обезвредить. Вот это хорошо, это как раз вовремя. И берете одну карту. Попробуем, что у нас выйдет из этого. Хе-хе, блин, ну, неудачно, потому что у меня нету хода. О, на 7 жахнуло. Ёлки-палки, выстоим мы, ребята, или нет, а? Довольно мощный чувачок, а? Так, он опять что-то задумывает. Давайте, наверное, его пока по-быстренькому атаковать. Пока он там в раздумках. Так, у нас на 9 урона. Что это такое? Страж. Это что значит? Я не могу понять. Это в какой-то он клубок. Ну-ка. Ох ты, я не могу его атаковать. Вот это да, ребята. Но яд-то его бомбит. Колючая шкура. Вот какая у него защита. Значит, я понимаю, что атаковать нет смысла, да, его? А яд, интересно, будет действовать? А яд бомбит. Ладно, это уже хороший знак, ребята. Так, давайте-ка мы поставим с вами защиту. Да, и все, ребят, больше у нас ничего нету. Как раз он меня ударит, но не нанесет повреждения мне. Ох ты, на 18, неплохо мы жарим. Прикольно, ребята. Так, а что такое 6х2? Двойной урон какой-то. Так, давайте-ка мы с вами вот так вот сделаем. От греха подальше. И, блин, обить-то его бесполезно. Да? Ну-ка проверим. Нет, все нормально, почему-то прошло. Странно, я не понимаю, конечно. Немножко этого. О, 19 уже. У нас что, с каждым разом повышается урон от яда? Так, сколько? 5 на 4. Что ты до хрена, браток, решил-то тут? Так, 3 яда. У нас такая сейчас щекотливая ситуация, ребят. Я даже не знаю, сколько это 5 на 4. 5 раз по 4 дамага, что ли, он будет наносить? Надо на него, наверное, скорее всего, вот так вот повесить. Хорошо, замечательно. Давайте, наверное, с вами оборонимся маленько. И еще разок. Все, посмотрим, что это означает. Я не знаю, что это будет, ребят. Не то, конечно, мне дали. Ну-ка. 23. Так, а ты? Точно, ребята. 5 раз по 4 он бомбит. Ух, так. 6 защиты. Обезвредить. Слабость мы на него повесим, да? Так. И будем его бомбить, потому что сейчас он пока ничего не может делать. Да чтоб тебя! Ты достал уже в самом деле. Ну-ка. Вот обычные удары его не пробивают. 24. О, ребята, 63 хп у него всего осталось. Блин, ну эта девица мне нравится. Яды у нее, конечно, отменно работают. Давайте, наверное, еще раз траванем его. Он меня хочет на 6 атаковать. А мы вот это, наверное, да? Сейчас сделаем. Опа. И ничего с нами не случится. А яд его будет бомбить. Хе-хе, все, ребят, осталось 35 хп у него. И я чувствую, что победа будет за нами сейчас. Так. Наносит 3 урона. Нанесем? Да, видите, ребят, такими картами мы его атаковать можем. Так, перехитрить это все не то. Давайте в оборонку. 6 раз у нас ударит. Точнее, 6 дамага по 2 раза получается, да? Успеет? Да, успел, гаденыш. А вот он принял свой обратный облик. Все, ребят, мы его добиваем обычным ударом. Нагад! Че такое? Что у нас тут дальше? 105 золота, древнее зелье, которое дает артефакт. И карту мы можем себе взять. Двойник, блин. Сжигается, сжигается. Все сжигается, ребята. Давайте тогда вот это, наверное. Замедленное время. В этом ходу они стоят 0. Странно.
карты будут стоить 0 маны, что ли? Ладно, ребят, мы, короче, посмотрим с вами. Оу, мы еще и сундук. Выберите реликвию. Так, хвост ящерицы. Вместо того, чтобы умереть, вы восполните 50% максимального ОЗ. Получив эту реликвию, вы измените, а затем улучшите 3 выбранные карты. Так, все враги начинают бой с 2 силами. Слушайте, давайте, наверное, мы возьмем с вами вот эту астролябия. И я могу 3 карты, да, улучшить? Или одну? Так, например, будет у нас, да? Удар, потом оборона и... Какую еще вот так вот сделаем? Ох, ё-моё! Хе-хе! Слушайте, довольно круто! Мне понравилось, ребята! Акт 2. Город. Ёлки-палки. Тут еще, оказывается, у нас охренеть сколько будет актов. А я-то думал, что мы с вами одну пройдем и все на этом. Так, грабеж, грабеж. Ну, что, 10 и 10. 20 атаки будет, ребят, вы представляете себе? Охренеть. Нам деваться некуда, будем тогда, наверное, с вами. Добавляет в руку 3 заточки. Так, вот скачающая фляга. Довольно неплохая карта. Она себя очень добротно проявила. Замечательно. Так, 6 защиты, мало. На 14 мы сейчас, ребята, с вами всхлопочем. Так, отдай золотишко. Опять варюга, гад, золото тырит у меня. И этот еще заодно. Слушайте, ну так дело не пойдет, ребят. Давайте... Нет, это не то. Дает 9 защиты. Накладывает 3 яда. Они опять на 10-ку хотят бомбить. Так, ну что, я думаю, наверное, нам надо вот так вот применить. Сбросим с вами карту. Вот эту вот, пожалуй. Так, подтверждаем. Отравляющий удар надо обязательно применить. И еще можем с вами 6 защиты повесить себе. Или здесь 6 защиты. А в принципе, какая разница, ребята, что-то, что-то. Они все равно дают нам 6 защиты. А и сейчас на 5, конечно, нам звезданут. Но, по крайней мере, мы выдержим. Да опять ты золото воруешь, гад, отдавай! И этот еще гад. Ну все, елки-палки. Не дай бог они еще смоются у нас. Так, накладывают 99 уязвимости. Сжигается сразу же. Накладывает 2 яда на всех, причем в начале хода. Ну, давайте сделаем так. Так, на 6 урона. Черт, и все, больше не могу ничего сделать. Так, давайте вот так попробуем. О, шикарно. Так, ну, я не хочу ужас применять, ребят, потому что мне жалко эту карту. Ну, сдохнет этот гад, он должен, по идее, сдохнуть. Вот этот вот первый ворюга. Но... Есть! Нет! Да, 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 именно. А этот поставил себе 11 защиты, но яд его потихонечку колбасит. Так, давайте мы вот так применим с вами. Замечательно. Так. Слабость, слабость. А зачем ему слабость, пока она не нужна нам, да ведь, ребят? Потому что он ничего не делает, не планирует. Но мне пора. Ах ты, гад, ты и смылся. Вот ханорик вонючий, ай, бабки мои, блин, потырили. А, нет, возвратили мы себе немножко. Так, и карта. Добавляет руку за точку в начале вашего хода. Ох, блин, ребята, тут самое главное правильно выбрать себе карты. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте мы, наверное, будем завершать это видео уже в следующей серии. Если вам, конечно, захочется, мы продолжим играть. Мне эта игра поперла, довольно веселая. Как понять весело? Тут надо думать. С бухты-барахты все не прокатит. В общем, всем пока. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. Так что подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе событий. А на этом все. Всем пока. До скорого, ребят.